Молодец. Правда, теперь мы должны купить Маше живую лошадку. Слушай, Кость, только посмотри, в этой химчистке даже с третьего раза пятно не убрали. Ну, бог с ним, Вер, ну что ты, не начинай, дети спят. Ой. Наконец мы можем провести время вдвоем. Только ты и я. Я так понимаю, ты смотришь объявление о доставке цветов? Ну все, твой отец добился, чего хотел столько лет. Ты наконец разрешила ему ходить без штанов? Ага, сейчас он 45 лет просидел у телевизора. Принеси мне то, подай мне это, не отстриги мне пол пальца неблагодарный. И минуты не пройдет, чтобы он ко мне, просто не придрался. Ой, что это? Да-да, я знаю. Знаешь, Верочка, чтоб такого не было, надо сразу же застирывать. Или хотя бы в тот же день. Галя!